Нет, ну, во-первых, всех с Новым годом, с Рождеством, и с крещением, с наступившим всех болельщиков. Вот, я думаю, что Бог нам, нас не оставит, Бог нам поможет, и ребятам вложит и силы, и разум, и скорость. Тактических решений. Что-то там случилось. И чего? Кого укатали? ЦСКА забили. Так. Для меня было особенным, это первый матч противостояния «Динамо-Спартак», а вот «Динамо-ЦСКА» это было, ну, особенно 90-е, помню, для меня это лично были такие дерби болельщиков за пределами стадиона. Ну, всяко было. Тому масса примеров там на лице видно. Вот, ну, всяко было. Ну, были сходки в Лужниках и около станции метро «Спортивная», то есть очень так было неплохо. Ну, я считаю, что Сергей как-то внес какую-то новую, не знаю, волну, струю, течение. Но это все очень выглядит достойно, серьезно и молодцы. Ну, должно меняться что-то. И перемены, это не только бывает к худшему, но и к лучшему. В данном случае для команды «Динамо» это перемены к лучшему.